Хотел бы порекомендовать вам сервер Ark Story. Сервер PvP направленный, но в трайбе не более 10 человек. Рейты на опыт и сбор 10x, скорость роста дина 15x, приручение 10x, а скорость урожая 50x. Сюжетное прохождение кластера. Изначально открыты карты Iceland и фьорды, а для новичков действует промокод Season1, плагины и моды для комфортной игры. Больше информации ты сможешь узнать в Дискорде сервера. И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Генезисе втором. И сегодня мы пойдем выполнять миссии. Миссия пойдет у нас... жизненная позиция. Эффект дадут, ваша выносливость увеличена. На каждого игрока допустимо один оседланный питомец. Именно понятно, кого я возьму. И в целом, судя по вознаграждению, будет не сильно легко. Но гамму мы пройдем, так что с этим точно проблем у меня не будет. Эффекты у меня уже потихоньку заканчиваются. Нужно будет вот этот еще раз пройти мне обязательно. Вот это мне не обязательно. Вот это мне пофигу. А вот это нужно. То есть, по сути... Вот это мне пофигу, оно закончилось. Выберите приключение, это говномиссия. Ненавижу ее. Вот. Мне она не нужна. Мне нужно будет пройти обязательно вот это вот еще. Ну, чтобы они спавнились побыстрее. То есть, допустим, вот тот же мутаген я собирал быстрее. Мутагель я собирал быстрее, благодаря тому, что ресурсы быстрее появлялись. То есть, я мог стоять на месте, и они у меня... То есть, бегать по кругу, и они у меня бы появлялись. Вот, то есть, благодаря этому. Ну, и вот это вот... Пока что не знаю, нужно или не нужно будет. А вот это вот тоже нужно будет пройти, но это фигня. Сами видели, пройти легко. Вот. Но это уже дело 10. Сейчас проходим миссию. Жизненная поддержка. Че, не зависло? Было бы вообще прекрасно. Так. Да, текстуру у меня еще не отпустила. Нормально прогрузился. Так, никто не может спокойно дышать, пока Роквелл отвечает за вентиляцию корабля. Так. Ага, отлично. Я типа должен был его вызвать через этого, что ли? Ладно, фиг с ним. Не пустили, так не пустили. Единственное, что он за меня был присвистнутый. Надеюсь, он никуда не побежит далеко. Ладно, погнали. Пофигу. Запусти перезагрузку системы на этих накопителях данных и следи за сигналами, когда они вызовут подкрепление. Это случай не та будет бесячая миссия, которая... Точнее, не подобие той бесячей миссии будет, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно. Так. Ёб твою ж кусок говна. Вот это было. Давайте сделаем музыку из игры. Да? Меня все-таки сделано погромче чуть-чуть. О, ёп, ты уж за ногу. Да, это явно не такая нужна пушка. Поэтому что? Правильно. Нафиг руби всех. Ой, поналетело-то тут. Посмотрите-ка на него. Надо попробовать криопод сделать. И через криопод в следующий раз на бетку вызвать.
Что, мать твою? А я серьезно? Так. Розовое, синее, зеленое. Была! Розовое, синее, зеленое. Отлично. Не, все-таки то, что она базарит, это помогает. Дурные, шли нафиг отсюда. Ай, да пошли вы нафиг. А, да вы за мной идете. Отлично, еще одна утечка данных. Следи за последовательностью сигнала, чтобы украсть их. Возьмите дефрагментатор и отремонтируйте резервуары с данными, пока все в этой области не рассыпалось на части. Окей. Выглядит как говно. Так, что нужно делать? Нужно их убить, это я знаю. О! Ага! А, все, я понял. Так, пошел вон! Да иди ты в баню, козлина, так я тебе сейчас... Прозор, я ненавижу прозор. Да пошел ты! Это висячая миссия. Мать твою, еще и в воздухе, вот в воздухе, это конечно же, супер в воздухе. Лососни тунца. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой-то ж бесячий эта фигня. Да пошел ты, ублюдок, мать твою. Лично хоть зацепился. У меня просто оно зависло, и он сейчас просто бежит. У меня как будто бы кнопка залипла. Он просто не хотел останавливаться. А, ну это то же самое. Ну я понял, да, здесь без Диноса будет вообще тяжко. Они просто как минимум тем, что они постоянно тебя бесят своим присутствием и постоянно настукивают по тебе. Отлично! Еще дебилоид. Перескакиваешь все это.
У-у-у-у! Ну починили резервуар, отлично, их пор можно полностью починить, это уже радует! Вот говно всего надо избавляться. Так, и нужно скорострел какой-то делать. Не до тебя. Просто офигенно. Вы поняли прикол в чем? Объясняю. Они меня зажали, и я их не могу ударить. Я застрял в текстурах и не могу их ударить. Они меня при этом убивают. У вас осни тунца игра так, ну честно. Дробаш нужно делать. Дробаш! Ну все. Теперь уже точно будет легче. Но это тупость. Это прям откровенная тупость. Почему он не перенес за мной Диноса? Вот мне вот это больше вопрос. Он типа пишет, вы можете ну, типа одного призывного, и я должен был на него сесть. Так какого фига? Тогда зачем вообще это купол был отображенный? Если бы я мог на него. Нужно было на него сесть. Ну как бы. Все еще хрень. Вот так вот. Если уж совсем. По чесноку. Ладно, братан, погнали. Great. More data linkage. Watch that signal pattern, so you can steal it. То же самое. Только здесь, по ходу, дело будет еще хуже. Я так и не понял, что вообще нужно было делать, и я думал, их нужно было все починить. Но оказывается, нет. Спасибо, что подтолкнул. Как же ты меня бесишь? Почему ты раньше не мог вот это их убить? Вот скажи мне. Да, еще вот эта вот фигня непонятная, типа подпрыгня. При всем при этом, если бы я был бы ростом бы больше, мой персонаж был бы ростом больше, то подпрыгивать не нужно было бы. И это немножко тупость. Это называется херовый геймдизайнер. Pay attention to the tower signaling sequence, so you can recreate the access code. That's blue. That's pink. Синий, розовый. Синий, розовый, зеленый.
Вроде она так ко мне говорила. Так, красных нету, да? Лично попробуем этот починить. Точнее, дочинить. Nice, собери последовательность цветов. Ни хрена непонятно. И вообще ни капли не интересно. Ага, я понял. То есть мне сейчас... Нет. Ой, бесячая фигня, что нужно подходить и подпрыгивать. Если бы знал бы, что будет такая жопа, я бы лучше бы сделал персонажа побольше. Знаешь, нервы дороже. Такс, розовый вроде бы был. Нет, следовательность неверна. Братан, ты будешь мне там помогать немножечко и тусить около меня, пожалуйста? Какие же бесячие ублюдки эти, а? Дробовик. Нужен конченый дробовик. Чтобы эти твари просто разлетались на запчасти. Сразу! Вы знали, насколько это бесит, а? Не, это кусок дерьма. Не, длинная винтовка — это забей. Это кусок говна, я с ним буду дрочиться тут полдня. Не гриф, твою мать, имбецил, ты будешь убивать? Ёб твою ж за ногу, а? Дальность хоть ему увеличить, что ли, может, меньше тупить будет. Блять, она еще пропиздела сейчас, когда это не нужно. Green Blue, значит Pink. Pink был первый. Просто она слишком много всякого говна трещит, ненужного. А потом такая, оп, а вот тебе цвета. Если в Green и Blue были последние, значит розовый был первый. Здесь же три цвета, да? Чисто из логики. Или здесь не три цвета все-таки? Я вот тут что-то понять не могу. Ой, у меня есть хороший вопрос. Где он? Можно, блядь, тебе вопрос? Ты какого хрена где-то тусуешься и не можешь завалить вот все это дерьмо? Пожалуйста. Я только слышал Green и Blue. Где Green? Вот Green. Охуеть просто, а? Вот очень много болтовни, прям вообще не в тему. А потом, когда в тему... Она просто как пфф, и мимолетом что-то сказала, и замечательно. Или разработчики рассчитывают, что я должен это все увидеть. Угу. Увидеть, когда у тебя на экране творится полный апокалипсис, ты должен что-то увидеть. Ну да.
Я стараюсь чинить только красные. Вот прям только красные. Я считаю, что хотя бы так. О. Напекает, конечно, от этого говна очень сильно. Ой, тенегриф, твою мать, а? Ты можешь как-то тусить поближе хотя бы, а? Ну, хотя бы иногда тусить поближе. Не, конечно, больше бесячее это вот это говно, которое летает под названием дроны. So you can recreate the access code. Uh-oh, data breach. That's green. Зеленый. That's blue. Синий. That's pink. Розовый. Зеленый. Синий. Ну давай, приземляйся ты быстрее. Ой, да иди в очко, это говно, сейчас буду перезаряжать полдня. И что мне дальше делать? Мне что, дальше продолжать это чинить? Или что? А, это я уровень токсинов сбросил, что ли, только. Еще раз повторюсь, ни хрена непонятно и ни хрена не интересно. Вот прям вообще. Единственное, что хорошо, таймера нету. Pay attention to the tower signaling sequence, so you can recreate the access code. That's pink. Розовый. That's pink. Розовый. Uh-oh, data breach. That's blue. Синий. А, они могут еще одинакового цвета быть. Зеленый, отлично. Розовый. Так, винтовку лучше сделать. Такое ощущение, что лучше вообще вот на эти резервуары не обращать внимания, короче, и так все хорошо будет. Вот прям вот честно. Прямо они только больше бесячат. Особенно как разработчики здесь делают... Ах, как они не умеют в геймдизайн, скажем так. Pay attention to the tower signaling sequence. So you can recreate the access code. That's pink. Розовый. That's green. Зеленый. That's pink. Розовый. That's pink.
розовый. That's blue. Розовый, зеленый, розовый. Хуй его знает. Пять их. Синий последний. Розовый, я черт его знает, я что помню что ли, давай будешь розовым. Че, угадал что ли? Ах, как хорошо-то, что угадал. Потому что последний я помню, что синий. Ты что там такое пришло? Какого хрена тут все лагает? Очень лагает. Очень лагает. Все лагает, все трясется, но вот. Я его специально поставил на пассив, чтоб я мог на него сесть. Потому что по-другому это была бы полная жопа, хрень и так далее. Well, that's half the problem solved. А, здесь еще мехрыцарь. Раз все зависло, значит, как вариант, миссия закончилась. Сейчас выкинет меня в мир, и будет все хорошо. Бесячая хрень. Бесячая хрень. Одно единственное, что могу сказать. Вообще, либо надо сетовать на свою хорошую память, потому что быстро реагировать порой, ну, прям мозгов не соображает. Прям ты такой, да ну нафиг. И все в таком духе. Ой, да, опять текстуры у меня все в говне. Либо быстро соображать. Да ёб твою же за ногу. Кто призвал его, а он был это, на мне привязан. Короче, во-первых, нужен дробовик, так винтовка, либо еще что-то. То есть скорострел, а не вот это говно, раз и все. Раз и все. Это во-первых, потому что эти летающие твари, они просто настолько бесят и настолько тебя сбивают постоянно, то есть ты летать не можешь. Это во-первых. Во-вторых, нужно будет попробовать с криоподом. Какого фига? Сейчас делать криопод надо будет. И в-третьих, прям если не соображаешь, не запоминаешь... Розовый, зеленый, вот эту всю очередность, это просто забей, это нужно записывать. То есть, чтобы у тебя лежал листочек, ты ручкой по-быстрому написал РСЗ, допустим, РСЗ, РРРЗ, вот это вот, и все. То есть, чтобы очередность записать. Все, по-другому, это просто забей. Я просто... аж прикипал. Непонятно, что делать, что самое главное. Прям вообще непонятно. То есть ты, ну, вроде как пытаешься что-то сделать, но понимаешь, что... А что делать-то? Времени у тебя нету, чтобы прочитать где-то на локалке. Да, на локалке я могу нажать на паузу и прочитать что-то где-то. На сервере такого не будет. И это чутка тупость. То есть, он далеко не friendly user, менюха и так далее. Но это, конечно, все еще лучше, чем выбери себе путь. Вот это, выбери себе приключение кусок говна. Это хорошо. Прям вопросов нету.
время. Что самое главное, здесь нету времени. По идее, вот если бы вот здесь вот не было бы времени, также таймера не было вот этого всего дебилизма, который было, вот, которого нету здесь, в жизненной поддержке, вот здесь не было бы этого таймера в конце, тоже было бы все проходимо. Ну вот этот таймер, это иди в жопу называется. Вот здесь они сделали правильно, здесь время потупить и все время подумать. Это самое главное. Это самое главное, особенно вот в конце. Ты тупишь, ты не понимаешь. Я потом уже разобрался, что нужно. Нужно починить определенное количество. Здесь сбоку даже написано, какое число. Но извините, когда у тебя весь экран вот так вот трясется, ты вот, ты просто бежишь, у тебя вот так вот все трясется, короче, ты пытаешься что-то сделать. Ах. Забей. Забей. Ты просто видишь красные точки, ты бежишь к красной точке, пытаешься подойти ее стукнуть, а она не чидится, потому что надо чуть-чуть подпрыгнуть, потому что персонаж... Вот если был бы персонаж высокого, ты бы создаешь, тебя проблем с этой миссией нет. Ты подходишь, стукаешь и все. 100%, потому что там высоты прям буквально вот, буквально прям чуть-чуть не хватало. То есть буквально какой-то миллиметр, то есть высота вот этого камешка не хватало. Даже пол камешка. У меня среднего роста персонаж. У меня не высокого. То есть, если бы я был бы высокого, я был бы выше. То есть, я бы смотрел бы не вот так, а вот так. И все этого бы не хватило. Фу. Короче, проходите, это будет за кадром. По-честному. Мне самому даже интересно, так это или нет. В том плане, что правильно ли я понял, как эта миссия. Говорю, господи, какие шмыльные текстуры. Мать твою за ногу. Господи, как я ненавижу эту игру, за, точнее, эту карту, за то, что она вот так мылит текстуры. Просто из-за того, что ты можешь пройти на пару километров в одну сторону. Rockwell's toxins and start pumping out something more restorative. Сейчас немножко объясню. От того, что чинишь, чем больше чинишь, тем меньше остается времени на то, чтобы выжить. Ну, то есть, как бы, таймер быстрее закончится. Вот и все. Можно не чинить, но уровень токсинов поднимется, и ты сдохнешь. А можно чинить, и уровень токсинов не поднимется, и время быстрее закончится. Здесь же нужно просто убить мобов, нужное число, и тогда получится ключи. Также на стенах есть вот эти вот цвета, можно определять по ним, какой вам нужен ключ. То есть здесь чинить не обязательно, здесь чинить, здесь совокупность двух комнат. То есть здесь нужно всего лишь навсего не дать себе сдохнуть, для этого нужно чинить, либо просто по-быстрому всех убить, и все будет хорошо, и чинить ничего не нужно. А еще бывает, игра зависнет у тебя на последнем боссе. Прям вот на последнем боссе у него остается половина хп у меха. Кстати, в последнем боссе там самая сложная была. А, кстати, во, вы видите, мех-рыцарь, сколько у него хп. Самое сложное там убить Страйдера. Страйдер — это еще та бесячая фигня. На альфе мне попался тот козел, у которого щит. Там, как я понял, рандом, но вот у этого был щит. По крайней мере, у других я такого не замечал. В общем, бесячая хрень, еще та редкостная щит, пока провешь и так далее. И, в общем, игра подзависла, а потом она развисла, и миссия провалена.
Такое тоже бывает. Бесячая хрень. Но я до сих пор еще не понимаю, почему нельзя использовать диносов, если они заявлены в описании. Говно? Говно. Да. Кстати, кто не понял, это было записано уже после всей серии и так далее, для того, чтобы показать все вопросы, сразу закрыть все это дело. Да. Короче, мне просто самому интересно, реально, так это я понял эту миссию или не так, есть ли там разнообразие или нет, это я пройду уже за кадром. За кадром. Да, чтобы вам время экономить, я не буду ничего показывать. Я опять сейчас буду понавключаю вам еще минут на 20, нафиг оно вот это надо. Лучше побомблю за кадром. Ну хотя сейчас уже более понятно, что как где, она все-таки прикольная миссия. Но бесячая. Ну прикольно. И вопрос к реподам. Но это уже потом расскажу, если вспомню. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно, делиться моими видео с моими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока. Хотел бы порекомендовать вам сервер Ark Story. Сервер PvP направленный, но в трайбе не более 10 человек. Рейты на опыт и сбор 10x, скорость роста дина 15x, приручение 10x, а скорость урожая 50x. Сюжетное прохождение кластера. Изначально открыты карты Iceland и фьорды, а для новичков действует промокод Season1, плагины и моды для комфортной игры. Больше информации ты сможешь узнать в дискорде сервера.